Мне не знаю, он больше какой-то на Басадзоку, типа, это стиль, знаешь, такой? Мне он что-то Басадзоку напоминает. Я один из запасов. О, бустер, поехали. Как так? Кстати, прикольно, Волр, этот, спиралька такая. А я перелетел, ёпта, бля, вообще чекпоинт. О, блядь, у меня вообще КамАЗ вылетел здесь. Ой, нифига, я не доехал. А я взял. Нет, у меня сток. У меня финг. Побольше разгон возьми. И перед вверх подними. Ну, все, вон ништяк. Ебать, просто по кругу тупо нахуй, блядь, хуярим. О, Денис, ты тут уже. Я снимаю, на. А что у вас? Сова. А я думал, камера. Ой, а что у вас? Не, камера, а я думал, сова. Это не надо, не падать мне не надо. Оп, хорошо. О, сорян, у меня показалось, ты справа вообще едешь. Сейчас, отъезжаю. Ничего страшного, это у меня просто лагает так. Денис, ты куда поехал, а? О, спасибо, спасибо, от души. Так, здесь перепрыжка, типа, оп. Нифига себе, я тут трюки мучу, 25 РП за сальт получил, еще и на колеса четко встал. Блин, а страшно, не надо. Ты засейвился? Да, мне показалось, что ты у меня упал, блин, а потом ты рядом с платформой просто летишь, да не тебе. Ты-то я видел, что там засейвился, блин. Я в очереди стоял, ты вперед меня поехал, блин. Куда надо-то? Оп, 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 ты видел, как я чётенько, бля, между бочечек этих, чуть не взорвался? Нет, я за тобой еду. Не знаю, я легко прохожу. Так у меня тоже Антюн. Я на аккуратность люблю, у меня это прикалывает. Не, все нормально, здесь можно вот так вот. А я просто сделал себе 2 миллиарда денег у GTA и покупаю тачки, тюнинг и играю нормально. Правда, некоторые карты под сток делают. На стоке приходится мучиться. Да. О, нет. Че, не туда поехал, что ли? Человек сзади был, а я прям поехал.
Да, я вот про то же. Я же говорил только что, говорю, надо было назад ехать, а я вперед уехал. Прям вообще назад, да. Блять, А как народ. ехать? Все внизу. Наверное, вот так вот надо. Сейчас посмотрим. Нет, не там. Ты не взял, что ли? Не, взять-то я взял, а не знаю, куда ехать. Я осматриваюсь. О, сорян, извини, извини, я не специально, у меня было пусто вообще, вот реально пусто. У меня просто виснет, блин. А ты выбрал приоритет поставить? Я не понимаю. О, хорош. Блин. Понял, но улетел, блин. О, прошел. Да офигеть, если тут тролль еще. О, все, чекпоинт взял, нормально. О, я взял тоже. Правда, я упал. Ну ладно. Да, вниз. Здесь дорога, и там уже чекпоинт. Блять. Вообще неповоротливая машина, блядь. Ебать, что я врезался, на? Да в чё я врезаюсь, ёпта, блядь. Вот на прошлом скилл-тесте, вчера вот, когда мы проходили, он вообще там лютый был битрек. Вот это типа, наверное, как с этим, с обновлением, типа, прошла зима. Легкий же скилл-тест. Здесь жопой надо, если чё. Жопой, там стопера тебя выкинет. Чё, стопер, говоришь, выкинет? Да. А, нет? Перед он ты прошел. Может, у тебя типа тюнинга, может быть. Так, тихо. Ну куда ты? Вперед, и только вперед. Блять, понимать бы еще просто куда дальше бы ехать. Блять, такая уебская перепрыжка нахуй, естественно. Там жопой надо ехать.
Ща. Бля, чуть не упал, но. Ох, ёпта, блядь. Ага. Давай разденемся. Ебать, у меня лагает, конечно, жестко. Ну ты куда? Блин. Эльмир. Вперед, и только вперед. Так тихоньку бы. А меня Эльмир спихнула бы, прошел. Да ты все равно там застрял бы уже, там не выйдешь уже. Выйдешь, блин, у меня геймпад есть, я вот с геймпада бы вышел. Я на своей тюнины сейчас там застрял и не выехал. Так на геймпаде есть плавный ход, я с плавного хода бы проехал бы. Да блин, ты заколебал! Ты меня сам задел! Ты видел, я стоял, ты меня сам задел! Я тебя справа спокойно обошел, блин! Ты меня обходил, ты меня ж сам задел! Я тебя даже не трогал, блин! Я справа обошел. Я тебя не трогал, вот именно ты меня сам справа обходил. Я вообще стоял в дерево, упершись. Проехать не мог. Ты не видел, что я в дерево воткнулся? Я видел то, что ты в дерево воткнулся, но я проехал спокойно, тебя не задевал. Ты меня задел, я тебя не трогал. Как раз синхрон, получается. Монстр синхрон, но я тебя не трогал, ты меня сам задел. Я в дерево вообще воткнулся.